Всем привет! Доброе утро! Мы проснулись. Сегодня покажу немного опять рабочих будней. Сегодня мы еще пойдем в кафе. Все просят у меня яблочко ей почистить. Все. Сидит с утра. Сказала почистить ей яблочко. Да? Все яблочко хочет. Не. Сейчас буду чистить и буду собираться, одеваться, Сию собирать. Яблочко почистили. Все, на. Давай уберем. Держи. Сия, скажи «Аднём». Пока-то не надо говорить. Все. Буду собираться, одеваться. Она танцует, музыку слушала. Пошли туда. В садик пойдем. Машина, стой. Чарёт. Чарёт. Катя. Здесь у нас парковка для колясок в садике. Воспитатель уже кричит. На, сумку. Ждет. Аняся. Аняся. Ой, у нас сия, это буктори. Чем кунго опсо, кунго? Кунго опсо. Это тур нам чагаю. Чем кио. Не. Не, мама, папа. Пока. Аняся. Все. Поехали на работу. Муж ждет в машине. Погнали. Все, я приехала на работу. У нас тут уже все по полной разгружают. Готовят нам работу на сегодня. Девочкам привезли перчатки, что-то еще привезли, что-то новое. Девочки показывают мне язык. Тут у нас колбасу девочка продает, деньги переводит, а мы заходим в наше любимое логово. На завод. Наташка, привет подписчикам. Сейчас буду отмечаться, покажу вам. Здесь не буду снимать. Вот моя карточка. Та-дам! И ставите назад. Вот так утром и вечером, как я и говорила. Вот к нам приходят матрасы вот такие вот. И мы их достаем и ложим вот в такую огромную коробку. Я неправильно положила вверх ногами. Вот так. По 9 штучек. Я сегодня делаю опять фильтры. Целый день стою в комнате, где мы делаем фильтры. Вот такую кучу мы сделали. Поэтому сегодня, наверное, мало что получится снимать, но я постараюсь. Девочки там работают. Вы не думайте, это не тяжело так возить. Опа. Опускаем. И поехали работать. Сегодня у нас на обед супчик, панчаны, грибочки, ростки, кимчи. Девочки угостили салатом, рис и ток. Но сегодня я много взяла. Всего приятного аппетита мне.
У нас девочки делают кроссовки, клеют наклейки вот такие, потом вытаскивают, отрывают старые ценники, я видела, и что там? Что, руки не слушаются у меня? Старые, ой, новые лавельки клеют. Без, без цены. Без цены, да. А 89 они стоят? Кстати. Да, здесь цена старая. Вот есть 89 тысяч стоили. Мусорки мы не будем ковыряться. Потом на палеты отправляют в магазин. Быстро сбежала с своей работы. Это готовые? А, девочки вот распаковывают. Это бульон. Похоже на нашу Галина Бланка, но только другая, рыбная. Кормит конфетками. Да, рыбная. Делают коробки, укладывают. И все, и отправляют. Да, Зина? Все, я пошла дальше на свою работу. Я вернулась. Они меня здесь обижают. Они такие тупые. Меня отправили сюда, реально, говорю, да. Я хотела показать, как мы игрушки упаковываем. А не получилось. Вот у нас... Убирает палет, готовый палет. Как красиво все сложили. Это ты сложила? Ты сложила? Конечно, я. Здесь коробочки делают. Все, мы закончили работу. Муж забрал с работы меня. Наташу довозим до садика, потому что мы вместе едем. Точнее, у нее ребенок ходит в садик в один с нами. Вот. Потом поедем домой, переоденемся и кушать. Мама нас позвала покушать. Приехали за Сией в садик. Все идем всей толпой. I can do it. Кимсия! Кимсия, йо! Аньосио, Тёма! Тёма! Он уже скоро встанет. А чё руки в карман? Кимсия! Крутая, вообще не могу. Руки в карман, вышло. Сия. Сия. Бери сумку. Сия, уринься, Сия. Давай. I can do it. Ай, молодец. Все, давай, пока. Сия, пока-пока. Сия. Пока-пока. Аккуратно, Сия, упадешь. Катя? Сияшка? О! Сия! Приехали в кафе. Кафе открыл сын маминого мужа, то есть моей свекрови. Это отчим моего мужа. Вот так вот они открыли кафе. Тут у нас... Что здесь делают? Суп! Кудетчики! Вот. Всем привет! Вот. Сейчас будем кушать. Познакомитесь. Да, познакомитесь. В общем, нам принесли вот такой вот суп. Здесь грибочки, всякая колбаса, мясо, да? Мясо, кимчи. Ток, в общем, все-все-все. Огромный-огромный такой таз на двоих. Здесь маме с папой принесли тоже. Самый маленький размер? Они сайт самый маленький. Ну, я и говорю. Грибы, сосиски, в общем, тоже все-все-все-все. У них только не острый, да? У нас острый. Они сос. Сос и сос. Что? Все ждет. Кстати, недорого стоит. Вот такая огромная тарелка, 30 тысяч всего стоит. Сейчас будем есть. Принесли рис.
Принесли рис в таких. Это что? Вот. Металлический? Я знаю. Он чуть-чуть подгорелый внутри, вот здесь вот получается такое хрустящее наверху. Нормально. То есть рис убираете, а потом воду туда, да, наливать надо? Потом воду наливаете. Она разлила. Вот он получается. Ой, запотела. Получается, убирает рис, вот так. И там остается такая корочка рисовая. Потом? Наливает горячую воду. Потеет. Эта тарелка еще горячая, кстати. И потом эту воду пьет. Не пьет, как суп, да, получается? Такой чуть горелый вкус риса. А зачем ты туда воды налила? Суп уже готов. Ну, его чуть-чуть подогрели, и он уже нормальный получается. Сия хочет тоже, но ей нельзя, он острый. Сии положили вот этот вот рис с водой. Он очень вкусный. Вкусно? Слюни текут голодные еще после работы. Я потом обрежу. Здесь оно мясо. Колбаса какая-то. Ай, сосиски. Маленькие грибочки. Не знаю, как они называются. Я еще вот эти грибы не очень. Рис. Это? Да. И бульон. Вот так близко. Его могу. Они еще, кстати, могут сделать не острый суп, да? Не острый можно сделать. Да. Кто не ест острую еду, можно сделать не острый. Еще сколько здесь мяса, колбасы, да? Грибов всего очень много. Ни одна вода. Даже, наверное, воды нету столько. Я вот так вот рис ем. Муж с водой. Все дали деньги. Все, мы уходим. Хасамнида. Вот я вам еще раз покажу название этого кафе. Верхний номер правильно, нижний неправильно номер. Вот здесь получается у нас центр. Это кто живет в Посане? А? Хальми, бабушка с дедушкой уезжает домой. Аккуратно на дорогу. Все, мы пришли домой. Муж делает ракушки. Как они называются? Кума. Это, в общем, такие вот ракушки в соусе. Вареные. Их нужно все очистить. Сия. Ты чё там? Ударилась? Понятно. Кончано. Все пока играется здесь. В общем, их нужно долго чистить. Все будешь чистить? Их тут целый пакет. Все принесла. Сия.
скажи аньон. Аньон. О! Упадет. Все, почистили эту целую кучу. Давай покажу. Не очень аппетитно выглядит, но это очень вкусно. Промываем. От всякой гадости. Воду сливаем чуть-чуть. И сейчас покажу дальше. Все, промыли и добавляйте соус. Что там в этом соусе? Кунжутные семечки, соевый соус, да? Где? Лук, лук порей. Перемешивайте. Кунжутное масло еще здесь я чувствую. Очень вкусно. Это очень вкусно, да? А еще попробуй одну. Она чуть-чуть остренькая. Ну, даже не чуть-чуть. Соус, да. Острый. Так вкусно. Я даже не заметила, как ты съел. Вкусно, да? Сия, тебе остро будет. Боба. Она знает, что это остро, и это просто просит. А потом понимает, что ей будет остро. Все, сейчас мы сделаем рис. Сейчас делается рис. 12 минут осталось, и мы сядем кушать. Еще мама нам сделала кальмара, вкусно очень. И кимчи. О, нормально. Грязно. Он говорит, что у нас холодильник очень грязный. Вот такие кальмары мама сделала. Тоже острые. Я их просто обожаю. Это мама еще передала нам кимчи, как всегда. И это у нас получается... Кимчи. Как это? Лук, да? Зеленый. Да, зеленый лук маленький. Я его просто обожаю. Очень вкусно. Особенно люблю вот эти вот белые. Не сам зеленый, а столбик вот этот белый. У меня аж слюни потекли. А куда Кадя? А! Она просит, чтобы я ей накрыла ребенка. Ой, умого? Где? Ую, опсо. А где ую? А? Иди еще ую. Ты что прыгаешь? А где Ую? Это кто? Сия, у тебя тут столько игрушек, что я даже не знаю, где Ую теперь искать. Ты злая? На, вот Ую. Такой есть. У нас есть это, игрушка. Как игрушка? Соска. Короче, в общем, бутылочка для ребенка. И она ее куда-то положила, и среди вот этого вот всего я как могла положила компактно. Я не смогу ее найти. Ую, давай. В сумку положи, да? Чего? Надо укрыть одеялом ее. Все, поехала. Сумку положила и поехали. Еще муж готовит кимчичиге. Там получается кимчи. Кимчи и... Как это называется? Спэм. Все, больше ничего нету, да? Кимчи, спэм и соус из кимчи. И масло кунжутное. У меня слюни текут, я не могу.
Я хочу кушать. Дома так вкусно пахнет. Осталось 3 минуты. Сия у нас кормит своего ребенка. То папа, ся. Не хочешь? А то попо. Лай, 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 лай. Забыли положить чеснок. Блин, как вкусно пахнет. Ну, это в основном кимчи, да, и он очень легкий, там буквально 5 минут, и он готов. Очень просто. Да, кимчи спэм. Все, рис готов. Давай кушать. Сейчас будем пробовать. Это то, что муж делал. То, что муж делал. Я уже, конечно, попробовала. Какой вкус. Это мамины кальмарчики. Мои любимые. Это ким. Так, рис положить. И потом. Это вот так. Один. И кальмарчик. Ты побудешь? Вот так. И кушайте. Кепа! Буя! Мы пошли в магазин. Муж захотел какие-то сладости. Сия у нас. Сия, смотри на меня. Руки в карман. Вставай. Хопа. Ай, молодец. Ай. Уже второй раз она, не знаю, последнее время стала прыгать. Любая какая, любое какое-то препятствие начинает прыгать. Стой, Ся. Все, пойдем. Пумпуная. Это она говорит, что попа болит. Ну вот, молодец, пошли. Она стала прыгать везде. Вот, смотрите. Чуть-чуть какая-нибудь лесенка, еще что-нибудь, она начинает прыгать. Здесь не надо себе прыгать. Рукой машет. Что у нас тут есть? Кстати, у нас, смотрите, киндер. 4 штуки, 1700 стоит. Маленький. Что у нас еще есть? Вот такой вот киндер. 900. 2 плюс 1, кстати, акция на него. Что еще из... Что в России есть? Вот 1500 сникерс. Буэна. 1500 тоже акция. 2 плюс 1. Ве? Бери. Не достаешь? Ой. А может быть вот это? Амуго. Амуго? Амамуго. Иго-муго. Да. А мама вот это будет. Что это такое? Хэппи. Не знаю, что это. Надо попробовать. Я себе 3 штучечки возьму. Ну, бери, если хочешь, бери. Вот, например, молоко у нас. 4500. Ую, дома есть ую. 4500 молоко. Еще здесь были где-то яйца. А яиц нету.
Хлеба тоже нету, здесь только булочки всякие. Набрал. Ты уже пипи. Муж как всегда. Здесь, кстати, еще вот есть такие стаканы со льдом. И покупайте любой напиток. Тут, то есть, кофе можно купить, всякие лимонады, пич, манго, в общем, всякие разные шоколады. Вот есть еще протеин, шоколад, шейк. Даже протеин есть. Разводите вместе и все. И готовый напиток 1200 стоит. Все выбирала, не успела заснять, что она будет кушать. А могло? Сейчас я буду есть. Что я буду есть? Это. Одно я буду есть? Что я буду есть? Это. 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 Выбрали конфетки, да? Кислые. О, бля. Апа, она мого? Апа, она чуяжи. Апа, она чу. Камсанда. Омма, анжо? Мне тоже дай. Одну. Давай, какой маме дашь? Розовую. Спасибо. Вкусно. Кисло. Ты чего? Тебе же нравятся они. Открыть. Давай. Ой. Вернулась к конфетам. Масоё. Это Джанго, да? Это же стикер, да? Давай. Давай. Тату же тоже были Джанго. Она ей... Тикая, тикая. Она думает, что это тату. Тикая. Кисло, лицо такое. Тикая. Кисло, да? Тикая. Чуть вам показала сегодняшний день, как я работала. Чуть-чуть. В общем, по кусочкам собрала сегодняшний день. Получилось, как получилось. Щеки красные после улицы. В общем, вот так. Еще я хотела сказать, что мы хотим с мужем снять видео. Интервью. Вопрос-ответ. То есть вы задаете вопросы, а мы на них отвечаем. То есть это будет разговорное видео, и мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы зададите. Пишите ваши вопросы в комментариях. Вот. Ну, в принципе, любые, какие хотите, постараемся ответить на все. Ну, понятно, мы там на час не будем затягивать, но все равно. Вот. Поэтому пишите свои вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии. Вообще, в принципе, как вам влог. Все, будем прощаться. Пока. Пока.